Я пригласил вас, чтобы озвучить свое решение, которое принято мною, лично мною в отношении бывшего министра и бывшего вице-премьера. Все, что происходит в стране, в сельском хозяйстве, я вас предупреждал, и одного, и второго вы несете персональную ответственность за это. Начиная от моих конкретных поручений по определенным культурам, лен, рапс и прочее, и до технологий и экспорта продукции на другие рынки, и технологии в сельском хозяйстве. И я попросил бы вас еще раз, чтобы вы не думали, что это какой-то экспромт из-за какой-то фермы в Слежах. Слушайте, там есть кому заниматься фермами, и они должны были этим заниматься, они сейчас и занимаются. Это дело, прежде всего, руководителя хозяйства и председателя райисполкома. Поэтому не надо думать о том, что беспорядок на фермах и машинных дворах в этом Купаловском привел к отставке одного и второго. Технология и железная дисциплина. Я вас предупреждал, особенно вас, Леонид Константинович. Ни с кем не надо разговаривать. Все очень много говорят, мало делают. Вы этот фактор не учли и упустили из виду. То самое касается вице-премьера, который был ответственный за Могилевскую область. Поэтому мое решение, и это приказ, вы вдвоем поезжаете в Могилевскую область, наведете там железный порядок и доложите мне. Я буду у вас каждый месяц в Могилевской области. Чем смогу, тем помогу. Но прежде всего вы там посеете как надо по технологии. И в течение месяца, если вам надо перевести Могилевщину на военное положение, как сейчас в Купаловском, переводите, но заставьте, научите их действовать по технологии. Не может Могилевская область плестись в хвосте с такими почвами, которыми она обладает. Это прекрасная земля. И вы, как граждане Беларуси, мой приказ должны выполнить. И используйте любые законные методы, любое законное средство для того, чтобы там навести порядок и доказать, что вы технологичны и настоящие мужики.